разрушаю привычные связи, не успевая оглянуться на 100 сантиметров. Новая форма, привычная на первый взгляд. Все вроде бы в норме, получен правильный импульс. И в рад, я действительно рад. Я кисло-сладкий на первый вкус, как укус, не боюсь. Дар, очень редкий дар, разжигать из искры пожар. Весь ран еще не закончен, должен я. Я не волк, не собака, кончай молча я. Иди причастен к самому сердцу, стекая. Ты тоже без сна. Все понимаю, так тянет из этого. Рад, я действительно рад. Я кисло-сладкий на первый вкус, как укус, не боюсь. Дар, очень редкий дар, разжигай. Я делю, я всегда делю поровну. Ничего себе дорого, все всегда слишком дорого. После нас кровью ткани разорваны. Не ищи меня. Нет, я уже не хочу умереть. Этот файл ты не в силах стереть. Первым легким движением спороть, а не дам свою душу лишь вот. Фотографии высвети в кровь. Этой ножницей пальцами рук я пытаюсь замкнуть этот круг, чтоб страстной твою и мой боль, любовь. Никогда не позволите сделать на сцене. Может быть, что-то такое было, за что вам стыдно? Мне вообще кажется, мы еще ничего на сцене не сделали, того, чего бы мы себе позволили сделать. Пока еще никого не затмили, ничего нового не придумали. Ну, на самом деле, потому что на сцене уже было все, по большому счету. У вас есть какие-то комплексы?
Есть. Ну-ка. О, я тут недавно перебирал свои вообще все комплексы вслух. Вернулись. Говорил их. Вот у меня сейчас много комплексов, я не могу научиться любить жизнь. Меня она кажется полным дерьмом, и чем дальше, тем больше. Я вообще не хочу выходить из дома. Меня украли мой ростобайк, короче. Нас убивают людей в городе. Ладно, зима. Да. Не нравится твое пятое-десятое. Скажем так, самые положительные эмоции за последнее время. А что нравится, да? Да, что вот. Нравится-то? Чего нравится-то? Ну, хоть что-то может нравиться. Все нравится. Вот нам нравится жить. То есть все не нравится? Мы все нравится. На самом деле, ну, мне вот кажется, мы все вот реально учимся, ну, мы вот живем, у нас жизнь, ну, волшебная же. Мы же все маги. Мало того, что мы вот занимаемся очень магическими делами, мы вот занимаемся музыкой, мы из ничего создаем миры. Вот песня — это как вселенная. Вот я сейчас буду говорить так, как я думаю, да? Так и есть. Я вот создаю вселенную, я придумал. Вот я сел, тишина, я начал играть и петь. И все, и создался мир. Я закончил петь, мир кончился. Как родители относятся к тому, что вы делаете? Или они к этому не имеют никакого отношения? По кругу. Родители за нас. За вас, да? Вот мы ездили вот в тур. Недавно были в Кургане просто. Да, вот ездили в тур, и за счет того, что мы мимо проезжали родного города, мы его заехали к родителям. Все были рады нас видеть, родители. Как они относятся? Отлично, музыка нас к ним в очередной раз тут в гости привезла. Мои родители, по-моему, ни разу не слышали, что мы вот что-то делаем. Я вообще не врубаюсь. Чем там Фил интересно занимается? У меня там вся семья, как бы говорит, ну вот типа там все ржут, у меня там все братья поженились, там у них дети у всех. Они живут вот там, видимо, каким-то как другой жизнью. Я приехал, хожу там, смотрю. Дети у всех, очень много детей. Я для них дядя, мне это непонятно вообще. Непривычно и неясно. Я для них дядя Дима там. Предлагаю распрощаться с вами. Вот так вот. Сделаю это не без удовольствия, по причине того, что сейчас мы будем слушать еще одну песню. Хотелось бы опять же обратиться к зрителям. Вы обязательно заходите на наш сайт openproject-tv.ru, высказывайтесь по этому поводу. Попрошу кого-нибудь из вас оставить, скажем так, настольный рисунок. Это камдаун песня, она должна присутствовать всегда.